Начнем выпуск с главных тем. Мемориальные доски в честь погибших в ходе спецоперации военнослужащих установили в Каякенском районе. Так командир медицинской роты лейтенант Курбан Бахмудов отправился в зону боевых действий еще в начале спецоперации. 12 мая прошлого года в ходе захвата переправы через реку Северский Донецк погиб при исполнении воинского долга. Дагестанская земля, она является землей героев, землей тех людей, на которых можно и нужно равняться. Еще один уроженец Каякенского района, Самрат Муртазалиев, погиб в Запорожской области. Оба дагестанца за отвагу и самоотверженность были награждены орденами мужества. Мемориальные доски в их честь установили в Гиргинской школе, которую окончили погибшие ребята. Они уходят из жизни, но остаются в наших сердцах, в нашей памяти. И эти мемориальные доски, которые сегодня здесь открываются, это малая часть того, что мы можем сделать для того, чтобы сохранить эту память. Далее ученики, педагоги и гости памятного митинга возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.